Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Очередной опрос показал негативное отношение российских автолюбителей к ОСАГО. Исследования провели агентство «Автостат» и журнал «За рулем». Если обязательная автостраховка подорожает, то от нее готовы отказаться почти треть респондентов. Будут терпеть и дальше, и платить только 45% участников опроса. Что касается тех, кто в настоящее время ездит без автогражданки, то их набралось 12,5%, или примерно каждый восьмой. Трасса 101. Подержанные автомобили в нашей стране, как и новые, дорожают. Средний ценник легковушки с пробегом, по данным «Известий», зафиксировался на отметке 744 тысячи рублей. В июле этого года было меньше на 20 с лишним тысяч, а за год сумма выросла почти на 80 тысяч рублей. Эксперты говорят, что рост будет продолжаться и дальше, что вызвано главным образом ослаблением курса рубля. Трасса 101. Volkswagen обновил Tiguan для российского рынка. В списке изменений другие: решетка радиатора, бамперы, хромированные молдинги, фары в стиле нового гольфа и фонари с динамическими поворотными огнями. Вариантов форсировки двигателя 4 – 125, 150, 180, либо 220 лошадиных сил. Привод передний, либо полный. В Европе предложат еще и гибридную версию. Минимальный ценник Tiguan в настоящее время – 1 миллион 760 тысяч рублей. Трасса 101. В российской столице приступил к работе электрический грузовик, который доставляет продукты в магазины «Магнит». Если эксперимент пройдет удачно, то компания готова в следующем году закупить еще 200 электромобилей. Создан он на базе КАМАЗа. Мощность мотора более 300 лошадиных сил. На одной зарядке можно проехать до 200 км с максимальной скоростью 110 км в час. Зарядку можно осуществлять, например, во время разгрузки. О цене машины не говорится, но известно, что она гораздо дороже дизельной версии. Трасса 101. Следующее поколение «Шкода Фабия» появится в 2021 году. Модель затронет популярные тенденции уменьшения объема двигателя. В линейку моторов войдут трехцилиндровые, бензиновые, атмосферные и наддувные агрегаты. Трансмиссия будет либо механической, либо роботизированной. Отмечу, что новая «Фабия» в России давно уже не продается. Чешский бренд представлен у нас официально 5 моделями. Самая доступная из них – «Рапид». Стоимость машины начинается почти от 800 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.